Приближается Рождество, и я отправилась в Резекне, в детский дом. И давайте посмотрим, что дети желают взрослым, всем нам. И, возможно, на многие вещи мы посмотрим по-другому. Ну, пойдем, покажи свой дом. Тут я живу. Эта комната не похожа на обычную спальню подростка. Вещей мало, да и те аккуратно разложены по своим местам. Могу показать вам свою семью, если хоть желаете. Своей семьей Снежана называет американское семейство. Мама, папа и четверо детей. 2 года они берут девушку на лето в гости. На фотографиях счастливые лица. Тут на пляже встречают закат. Здесь резвятся в бассейне. А на этом фото играют в гольф. Наверное, такой должна быть настоящая семья. Но удочерить Снежану не могут. Уже взрослая, скоро 17. В детском доме она с 2 лет. Не помню, как я сюда попала. Я знаю, из-за чего я сюда попала. Потому что моя мама не могла как бы меня взять, потому что у нее были проблемы с этой, ну, с деньгами. И она хотела меня как бы отправить к бабушке. Но бабушка на это не согласилась, потому что у нее как бы группа, у нее со спиной проблемы. Бабушка – самый близкий человек, живет неподалеку. Снежана ее часто навещает, а вот маму видеть не хочет. Но мне как-то не по себе. Потому что как бы такое чувство, что я не смогу ее простить, но в то же самое время я себе говорю, что я смогу ее простить, что она сделала, потому что, как моя бабушка сказала, вот смотри, вот твоя мама, она такая малообеспечена, у нее даже образования нету. Вот ты бы с ней жила бы, вот ты бы не повидала бы тех людей, которых ты сейчас видела этим летом, и прошлым летом, и все, которые у тебя были, все вот эти вот страны, там, которые ты ездила в города. Я готова поспорить, что ты с матерью своей бы не съездила. Она говорит, а так я за тебя рада, что ты хотя бы живешь вот в этом приюте, который тебя снабжает, дают и дают шансы еще ездить в другие страны. И потом я с ней полностью согласна. Снежана уже все решила. После школы поедет учиться в Америку. Мечтает стать массажистом, физиотерапевтом. Мне хотелось бы жить в Америке, ну, так как эта страна обеспеченная. Я думаю, ну, либо в колледже, либо как-нибудь познакомиться и иметь не меньше 2 детей. Работать, чтобы был бы обеспеченный мужчина. И, ну, если я буду жить там, то я хотела бы сблизиться с Верой и все такое. Денису нравится играть в бильярд. Каждый вечер они собираются здесь, в этом зале, с друзьями. Так я вообще занимаю свободное время. Так, ну, когда бильярд играю, когда на улице там с друзьями, турниками, там чем-то занимаемся. А так в большинстве, так я сижу, ну, как бы сижу здесь. В детском доме он с 12 лет. Как тут оказался, говорить не хочет. Это обязательно рассказывать? Говорит, поначалу было сложно, потом привык, смирился. Ну, как бы осознавшись, ну и все, смирился с этим, как бы и все. Как бы уже дальше было легче. У подростка 2 старших брата, им уже за 18. Живут взрослой жизнью. Один в Резекне, другой в Риге. Поэтому Денис уезжать из страны не хочет. Мы стараемся держаться, ну, типа, друг друга. Как бы, ну, не терять контакт. Кем стать, какую профессию выбрать, пока не знает. С Нового года переходит в вечернюю школу, хочет работать. Собирается помогать по строительству. А еще ему нравится рисовать. На Новый год попросил комплект ручек, ну и перчатки для турников. Проиграл. Вот шарфик мой, который я вяжу в свободное время. Даша – рукодельница. Обожает вязать и вышивать. Шарфик вяжет для подруги. Будет подарок на день рождения. У нее много друзей. Добрая, общительная, отличница в школе. В детдоме она практически с самого рождения. Меня мама родила, и 2 месяца я у нее побыла, и потом поехала в Колкуны. И потом сюда переехала, по месту прописки. Ты маму не видела больше? Даша любит Рождество и Новый год. Верит в Деда Мороза и чудеса. В новогоднюю ночь обязательно загадает желание. Сейчас я мечтаю, чтобы научиться ходить. И учусь ходить. Сейчас я вот до интервью я была на физиотерапии. Разные упражнения делала.
Угу. Уже лучше, уже ноги окрепли. Почти сама могу встать на ноги. Даже когда слезаю с кровати на пол, сначала немножко привстаю, потом на колени. В детском центре социальных услуг, как официально называется этот детдом в Резекне, 29 детей, 29 судеб. У каждого своя история, за каждым своя трагедия. Пожелание на Рождество. Я бы, наверное, пожелал бы, чтобы как-то постарались бы провести этот Новый год с родственниками и близкими, в счастье и пытаться не ссориться с родными. Как-то так. Само собой, я хотела бы пожелать детям, чтобы они не были в таких заведениях, как я, и мы все остальные. Хотела бы пожелать людям любви, счастья, чтобы не было никаких разводов. Я помню, слышала по новостям, что в этом году было больше задекларировано этих разводов, чем браков. И вот хотела бы пожелать либо, чтобы они меньше бы разводились. Потому что из-за этого практически дети потом могут попасть в приют. Всего хорошего. Радость, любовь. Каждый солнечный день. Личное дело. Диана Спейну, Кришни Салейтеса, Яниса Казулиса, Латвийское телевидение.